Первой святой покровительницей Чехии стала княжна Людмила, канонизированная в 1144 году. Людмила была женой первого христианского князя Чехии Боржевоя I. Оба они были крещены в 871 году. После смерти мужа Людмила продолжала жить в христианской традиции, и этим немалое влияние оказала на своего внука Вацлава, которого взяла к себе на воспитание. Людмила фактически управляла Чехией при номинальном правлении своего сына Вратислава, а также какое-то время была регентом при Вацлаве. Людмила вошла в историю как мудрый правитель, помогавший бедным. Невестка Людмилы Драгомира открыто ненавидела свекровь, и после смерти мужа она начала возрождать языческие традиции, чем была недовольна Людмила. Драгомира подослала к Людмиле двух убийц, задушивших княгиню, предположительно ее вуалью, потом ставшей символом Людмилы. Княгиня была причислена к мученицам, а ее останки перенесены в Прагу и сейчас находятся в соборе Святого Вита и базилике Святого Георгия Победоносца. В фильме «Святой Вацлав» 1930 года роль Людмилы исполнила русская актриса Вера Барановская.